Начало отопительного сезона. Об этом сегодня на пресс-конференции говорил исполнительный директор «Кузбассэнерго» Юрий Шейбок. За лето энергетики успели основательно подготовиться к зиме. Пообещали, что тепла хватит всем. Запас угля превысили нормативные в 2 раза и составляет более 1500 тонн. Необходимый для работы некоторых электростанций мазут также завезен солидным запасом. Однако энергетики все еще усиленно работают, ремонтируют и меняют ветхие коммуникации. С учетом того, что только в Кемерове протяженность трубопровода более 270 километров, дела у них хватает. Практически то, что связано с капитальным и средним ремонтом, выполнено на 100%. Текущие ремонты остались уже и по котельному оборудованию, и по турбоагрегатам. Охват на уровне 90%, осталось совсем немного, ну и поэтому я могу одно сказать, то есть с уверенностью уже сейчас у нас есть другие цифры о том, что ремонтная программа освоение источника на сегодняшний день, оно тоже на уровне там, 80-90%. Кроме этого, энергетики сегодня инвестируют огромные средства в модернизацию и перевооружение. Только за последний год Кемеровская ГРЭС и Новокемеровская ТЭЦ были переоборудованы на сжигание углей марки «Д». Это позволит на 20% снизить себестоимость тепла и энергии. Кроме того, серьезные инвестиции направлены на модернизацию блоков Беловской, Томусинской, Барнаульской и строительство Новокузнецкой ГРЭС. Благодаря этому укрепится энергобезопасность региона и улучшится экологическая ситуация.